Добрый вечер. Всем добрый вечер. Спасибо большое, что вы в понедельник пришли на, надеюсь, на наш концерт. Вот, потому что там внизу играют совершенно титаны джазовой музыки. И я подумал, что там биток. И вот просто вы сюда зашли посмотреть, что же такое. Но я бы, честно говоря, здесь остался бы вообще, потому что вот то, что здесь расставил Марио, надо было видеть вообще с самого начала, когда Марио приехал сюда на машине и начал выгружать коробочки. Одни и другие, и прям замечательно. Я понял. Итак, то, что сейчас, как приятно, да, вот я говорю, ой, как это хорошо, да, в какой-то веке дали слово, да. На самом деле, мы очень давно с Марио знаем друг друга, но при этом мы участвовали в проектах, где было намного больше людей, и это на самом деле первый наш концерт, дуэтный, авторский, соавторский. И я думаю, вам будет так же интересно, как и нам, посмотреть на результат нашего первого концерта. Вот. А какой результат? Результат — это ваше теплое отношение, вот, ваши аплодисменты. Спасибо большое. Мы начнем нашу программу. Она недолгая. Если кто-то устанет, мы не обидимся. Вот. Потому что мы привыкли. Я забыл.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Спасибо большое вам за терпение. Привет, привет, привет. Мариан Колдораро. Собственно, мы вот сыграли вам всю нашу программу. Я надеюсь, этот концерт записали, так что в ближайшее время приходите на Горбушку, покупайте этот DVD-диск и радуйте себя и своих близких. И вот, это было наше первое выступление, поэтому я надеюсь, у нас будет и второе выступление, и мы всех вас оповестим. Да, и будем ждать. Спасибо большое, всего доброго, будьте счастливы. Сережа стесняется. Сережа давно вышел из того возраста, когда стесняется. Просто лихорадочно соображает, что нам играть. Марио говорит, давай импровизировать. Вот. Да, мы обязательно поимпровизируем. Ну, на каком-нибудь... через 100? Да. Вот. А сейчас... Я даже не знаю, вот какая вещь. Мне, например, очень нравится молдавская вещь. Вот, благодаря Марио я как бы понял движение молдавских перкуссионистов и барабанщиков. Они все время, я думал, почему Марио играет все время вперед. Вот, и он мне объяснил, почему. Вот, он мне объяснил. Теперь Сережа тоже будет играть вперед. Да, ну, сейчас я не... Что мы сыграем? Давай арабскую тогда, да. Рассказали про молдавскую, а вот сыграем вам арабскую. Хотя с молдавским акцентом. Сейчас мы... Какую? И ту, и другую. Ага, отлично. У меня, вы знаете, у меня поезд, а у Марио самолет. Вот, между прочим. И на самом деле вот эта вот программа, которую мы с вами, которую вы любезно выслушали, а мы с ужасом играли, вот... На самом деле, последний раз мы с Марио репетировали где-то, ну, вот, около 2 недель назад, потому что потом и Марио, и я, мы разъехались по своим делам, поскольку мы концертирующие музыканты, играем с различными замечательными проектами, и вот, но мы решили, что сегодня мы играем здесь и сейчас. Поэтому давайте оставим все как есть, пускай будет небольшая недосказанность в нашем концерте. И я надеюсь всех вас увидеть на следующем концерте. Мы с Марио приготовим новые замечательные вещи. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо за звук.